Шокирующие факты про Китай. Многие из нас мало знают о собственной стране, так что неудивительно, что эти факты о Китае покажутся, если не шокирующими, то как минимум удивительными. Эксперты геополитики называют Китай спящим драконом из-за его стремительно растущей экономики и все увеличивающегося влияния в мире. Но что мы не знаем о китайцах? А вот что. Чтобы военные держали голову ровно и высоко, из их воротничков торчит иголка. Военная полиция учит своих людей поднимать руки во время марша до определенной высоты, используя для этого веревку, привязанную к шестам. В Китае около 100 миллионов человек живет на сумму, равную $1 в день. Кетчуп появился в Китае как рыбный соус под названием китсяп. В Макдональдсе китайцы не забирают с собой еду, купленную из машины. Они заносят еду в сам ресторан и едят ее там. Хотя официально Китай не религиозная страна, в ней живет более 54 миллионов христиан. В Китае казнят в 4 раза больше осужденных, чем в любой другой стране мира. Внимание, гурманы! В Дуняне, это город такой, истинным деликатесом являются яйца, сваренные в моче мальчиков-девственников. Компания Google в партнерстве с крупнейшими в мире звукозаписывающими лейблами позволяет китайцам скачивать музыку бесплатно. Китайская полиция все чаще использует гусей вместо полицейских собак из-за агрессивности и отличного зрения этих пернатых. Каждый год в Китае регистрируется почти 1 000 000 абортов, если должна родиться девочка, а также десятки тысяч девочек-младенцев бросают. И все это из-за политики одного ребенка. 30 миллионов людей в Китае живет в пещерных домах под названием Яодун. Это больше, чем население Австралии. Китай так сильно отравляет атмосферу выбросами, что загрязненный в поднебесный воздух достигает Сан-Франциско через Тихий океан, чем на треть увеличивает уровень загрязнения этого американского города. Некоторые китайские компании пищевой промышленности были уличены в том, что делали тофу из бытовых стоков и мариновали мясо в козьей моче. Дышать воздухом в Пекине все равно, что курить 21 сигарету в день. В 1973 году Китай предложил привести 10 миллионов китайских женщин в США, чтобы помочь ликвидировать демографический кризис. Игровые приставки PlayStation в Китае незаконны. Каждый год в Китае съедают 4 миллиона кошек. В Шанхае был установлен рекорд на самую длинную пробку. Ее протяженность составила 99 километров, а длительность 12 дней. В Чунцине люди, которые не могут оторваться от телефонов, ходят по специальным дорожкам, чтобы не покалечиться и не покалечить остальных. Спасибо за просмотр этого видео, буду рад вашему лайку и также подписке на канал об интересностях.